ты любишь носки? А, я хочу рассказать про мои спецэффекты. Тут кто-то проходит. Это пути света. Окей. Короче, у меня вчера я смотрел, мы общались. Мы тесно общались с Андреем, с Машей, мамой, папой. И у меня началось изображение, в моих глазах начало трястись. Просто трясется, дрожит, трясется, я не знаю, что такое. Подожди-ка. Фотоаппарат не трогай. Я хотел еще один эффект показать. Я не знаю, это будет смотреть какие-то профессора, которые изучают multiple sclerosis, рассеянный склероз. Например, то, что у меня both legs is shake, one right hand is shake. И не только. Я еще и в туалет вот сейчас хожу постоянно. А вдруг-ка тут моим рисунком махает. Но это не это к моей болезни не относится. Так. И вот. Вот левая рука. Вот левая рука. А вот те, кто не хочет, пускай закроют глаза. Что у меня с правой рукой? Так, это еще нормально. Кто это там? Это я там внутри. А если напрягу, тогда оно так трясется. И у нас такая теория, мы сейчас проходим, не проходим, у нас тут не учеба никакая, мы просто сейчас читаем в Библии Иова. У нас много-много вопросов. Как он жил, какие у него были вопросы, какие у него были претензии. Короче, Иов был вообще человеком. Он почти как я, Иов. Я не знаю, кто за больше стороны. Да, я слоник кто-то. Не знаю, мне так тяжело, что мне кажется, что я даже больше стороны. Да, конечно, это Библия, там Иов сильнее страдал, разумеется. Бум. Ладно, все. Эту аллегорию и эту драму я заканчиваю.